У нас три кошки. Матяша и Дуся. А Марыся на кухне. У нас три кошки. Марыся, Дусенька такая важная, очень важная. Любит очень козий сыр. Нет, козий творог пить. Есть и пить козье молоко. А Матяша ест. Матяша, кс-кс-кс-кс. Матяша. А Матяша ест у нас кабачки и тыкву. Матяша, кс-кс-кс-кс. Матяша. Глазки какие. Вот отдыхает на кровати. Дусенька какая. Ой, Дусенька. Ой, Дуся. Дусенька какая, боже мой. Вот такие у нас. Марысеньку мы покажем вам. Марысенька у нас с характером. Дуся тоже с характером. Да, Дусенька с характером, да. Марысенька? Марысенька, посмотри-ка сюда своими глазками. Ой, какой у нее серьезный характер. Девочка такая, мы ее спасли. У нее столько было проблем. Она несколько раз котят должна была принести в подвал. Надо было еще ее поймать, потом стерилизовать. Ну, посмотри, посмотри. Ай, какие глазки. Ай, ты маленькая. Очень, очень много перенесла эта девочка. Но сейчас она до сих пор, это мы 17-го года, вот так вот еще не может отойти от тех стрессов, которые на бедную кошку обрушились во дворе. И надо было ее спасать.